Итоги прошедших выборов сегодня прокомментировал глава региона Александр Цибульский. От лица администрации Ненецкого округа он поблагодарил всех жителей региона, принявших участие в голосовании, отметив, что показатели и по явке, и по количеству проголосовавших за кандидатуру Владимира Путина в регионе значительно выше, чем в 2012 году. Это тенденция, которая говорит, с одной стороны, о высоком доверии населения действующему президенту, о том, что жители округа свое будущее связывают в первую очередь с Владимиром Владимировичем Путиным, и об этом говорит его очевидное лидерство при этих выборах. Он набрал в разы больше голосов, чем его конкуренты. Соответственно, спасибо всем большое за то, что были такими активными и приняли участие в этих выборах.